Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня буду готовить очень простой в приготовлении, но очень-очень вкусный кекс с яблоками. И если вы так же, как и я, любите простые рецепты, то, конечно, не забывайте меня поддерживать. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Обязательно нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно не пропустите ни одно мое видео. Делитесь моим видео со своими друзьями, пускай нас станет больше. Ставьте лайк, пишите комментарии. Ну а теперь давайте будем начинать. А нам понадобится 150 граммов сливочного масла, 150 граммов сахара, 250 граммов пшеничной муки, 3 яйца, горсть миндаля, 10 граммов разрыхлителя, щепотка соли, коричневый сахар для украшения, яблоки, корица и, конечно же, хорошее настроение. Для того, чтобы кекс получился пушистый и мягкий, нам необходимо размягченное сливочное масло взбить с сахаром. Обращаю ваше внимание, что взбиваем не яйца с сахаром, а именно масло. Добавляю щепотку соли и продолжаю взбивать. Это необходимо для того, чтобы масло насытилось воздухом, стало белее и пышнее. И, конечно же, ни в коем случае не растапливайте масло, чтобы нагреть его. Если масло потечет, то оно не будет удерживать воздух. Как вы уже заметили, сахар добавляю постепенно, не очень большими порциями. И также не забываю собирать масло со стенок миски. Яйца вбиваем по одному и, конечно, не забываем их тщательно мыть перед приготовлением, потому что случаются и такие вот конфузы. Мы же не хотим свою семью кормить какашками, извиняюсь за выражение, поэтому обязательно яйца моем. Теперь необходимо в смесь ввести сухие ингредиенты. Я просеиваю муку и в нее же отправляю разрыхлитель. Обязательно не пропускайте этот этап, потому что в муке бывает встречаются сюрпризы, не устану это повторять. И кроме того, мы дополнительно обогащаем муку кислородом, это никогда не помешает. Я заменила в миксере насадки для теста и начинаю смешивать миксером для того, чтобы ускорить процесс. Домешивать буду силиконовой лопаточкой. Если вам удобно, можете сразу смешивать лопаточкой, это тоже вариант, но у меня есть миксер, воспользуюсь им. Хотя вот мечтаю все о планетарном миксере. Здесь обращаю внимание ваше на текстуру. Тесто получается достаточно плотное, так и должно быть, это нормально. Тесто готово, и теперь займусь начинкой. Буду измельчать миндальный орех, у меня он немножко обжаренный на сухой сковороде. Измельчать буду просто ножом, не в сильную крошку, я хочу, чтобы кусочки чувствовались. И очень вкусно в этом рецепте заменить миндаль изюмом. Попробуйте и так, я надеюсь, вам понравится. Если честно, мне вариант с изюмом нравится даже больше. Но вот в этот раз решила добавить для разнообразия миндаль, так как совсем недавно готовила другой. Высыпаю орехи к тесту
И теперь займусь яблоками. Яблоки для выпечки мне всегда нравится брать кислых либо кисло-сладких сортов, для того, чтобы была контрастность вкуса. Я яблоки уже предварительно помыла. Сейчас разрезаю их напополам и вырезаю сердцевинку и удаляю все ненужное. Одно яблоко буду нарезать мелким кубиком вместе с кожицей и его буду добавлять в само тесто. Здесь вам опять показываю консистенцию теста. Оно достаточно плотное, поэтому яблоки в него с орехами вмешиваются не очень хорошо. Но постепенно все перемешивается и смесь становится однородной. Теперь необходимо подготовить яблоки для верхней части кекса. Я их разрезаю напополам, опять вырезаю все лишнее и буду нарезать на ломтики. Ломтики необходимо нарезать приблизительно одинаковые по размеру, не очень толстые, не очень тонкие, так как если вы нарежете слишком тонко, то они, когда вы будете их вставлять в тесто, будут ломаться. Ну а очень толстые не так пропекутся, поэтому вот ориентируйтесь приблизительно на такой размер, как у меня. Теперь займусь формой. У меня она вот такой прямоугольной формы, размер 12 на 25 сантиметров по внутреннему краю. Если такой формы нету, конечно, можно использовать любую другую. Для того, чтобы кекс в дальнейшем было легко из формы извлекать, я застелю его силиконизированной пергаментной бумагой. К ней ничего не пригорает, все отлично затем отстает. В общем, мне нравится такая бумага для выпечки. Затем хорошо расправляю бумагу по углам, для того, чтобы края кекса получились ровные, и перекладываю тесто в форму. Так как оно густое, то само не растекается, необходимо затем верх разровнять лопаткой. И теперь вверх кекса необходимо вставить ломтики яблок. Я вставляю их достаточно близко друг к другу. Мне нравится, когда много яблок в выпечке. Затем в процессе выпекания тесто немножко подымется и получится очень красивый верх у кекса. Поэтому не жалейте яблок и выбирайте кусочки, такие вот как бы более одинаковые по размеру. И крайние кусочки я не использую.
Выпекать кекс необходимо в предварительно разогретой духовке до температуры 190 градусов приблизительно 40 минут. Ориентируйтесь на свою духовку, на верхнюю золотистую корочку. Она должна хорошенько так подрумяниться. Ну и, конечно, готовность проверяем деревянной шпажкой. Она должна быть сухой. Ну и теперь посмотрите, как легко и просто извлекается кекс из формы. Просто берем за края пергамента и поднимаем. Перекладываю его на решетку для того, чтобы он у меня остыл. Как остынет, буду нарезать. Ну а теперь немного волшебства. Присыпаем верх кекса сахарной пудрой для того, чтобы он стал еще наряднее. А вот такой кекс в итоге у меня получился. Я надеюсь, что вам рецепт и видео понравились. Если это так, то, конечно, не забудьте меня поддержать. Вы можете это сделать и комментарием, и лайком. Не забудьте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Делитесь моим видео со своими друзьями, пускай они тоже попробуют этот кекс. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!